Для председателя Одинцовского отделения молодой гвардии «Единой России» Михаила Серегина последние месяцы были очень непростыми. Во время пандемии он вместе с другими волонтерами помогал нуждающимся, и не только доставляя продуктовые наборы. Ребята делали все, что могло бы принести пользу. Благодарность за труд получить очень приятно, признался Михаил. Ребята отдавали себя полностью, работали почти каждый день. Некоторых родителей не хотели отпускать, но как бы ребята рвались в бой, максимально помогали, максимально выполняли задачи. Естественно, после всего этого получить какую-то награду, грамоту, даже элементарно, это очень приятно, что им уделяется какое-то внимание. За активную работу и помощь населению во время пандемии коронавируса представителям волонтерских организаций округа вручили благодарственные письма. Куратор партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» Михаил Диктованный отметил, что это лишь один из способов выразить благодарность. Грамоты, благодарственные письма партийного проекта «Единая страна. Доступная среда» – это как способ нас, людей с инвалидностью, выразить ответную благодарность людям, которые в трудный период пришли на помощь, когда разносили лекарства, наборы продуктовые от губернатора, от главы города, помогали людям, в том числе и в различных бытовых вопросах, потому что даже сходить за продуктами было очень сложно. По словам Михаила Диктованного, добровольцами становятся люди с большой душой и открытым сердцем. Волонтеры всегда готовы прийти на помощь, невзирая на собственные трудности. Екатерина Тулупова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».